Региональный центр компетенции Белгородской области в 2020 году стал лучшим в России по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На предприятиях региона создаются уникальные площадки, где рабочие и руководители учатся применять на практике инструменты бережливого производства. На Белгородчине к нацпроекту присоединилось уже более 60 предприятий, среди которых строительная корпорация ЖБК-1, компания «Экотранс», акционер общество «Стройматериалы», предприятие «Стандарт Пластик Групп», Равенской маслосырзавод и многие другие. Цель понятна: с помощью специалистов РЦК можно существенно повысить производительность труда, не привлекая к работе дополнительные силы и средства. У нас работают достаточно подготовленные специалисты высокого уровня, эксперты, которые, выйдя на предприятие, сразу видят их проблемы. И благодаря ежедневной работе, нацеленной на результат, наши эксперты достигают на предприятиях запланированных показателей. Обмениваться опытом в Белгород приехали эксперты Федерального центра компетенции из Омска, Башкирии, Мордовии, Ярославля, Челябинской области. Они посетили 4 предприятия: Белгородский завод металлоизделий, Монак Авто, Экотранс, Белгородский цементный завод, на которых выработали мероприятия по увеличению производительности труда, повышению эффективности других процессов. Разработаны мероприятия более 50 штук, они как бы в 4 там основных областях, да, логистика, организация рабочих мест, управление запасами, стандартизированная работа и прочее, позволит предприятиям быстрее добиться цели. И главная цель — это в течение 3 лет участия добиться 30% повышения производительности труда. Своим опытом также поделился РЦК Белгородской области с экспертами ФЦК из других регионов России. И этот опыт был признан гостями из ФЦК успешным. Мы как раз хотим опыт работы РЦК Белгорода распространить для начала на 5 тех регионах, которые здесь участвуют, а в дальнейшем, может быть, и на все остальные субъекты Российской Федерации. Ну, потому что надо делиться именно лучшими практиками. В следующем году планируется вовлечь в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» и другие предприятия Белгородской области. Проект рассчитан до 2024 года. За это время 1500 сотрудников различных компаний региона узнают, как же правильно использовать инструменты бережливого производства, а предприятия выйдут на качественно новый уровень. Виктор Апальков, Александр Поддубный, Белгород Медиа.